ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Сегодня ты сидишь с Марьей. Подумаешь, сидеть с малышами легко. Детская площадка. Малыши просто обожают тут играться. А я пока планшет посмотрю. О, новое видео. Да ты вся в песке. Пойдем скорее домой. Ну вот, теперь ты чистая. Хочешь, рисуй, хочешь, играй. А я пойду с подружкой поболтаю. И что он тебе ответил? Посмотри пока мультики, а я посплю. Почему расстроена? Я плохая няня, я потеряла Марью. Не расстраивайся, кажется, я знаю, где она. Это ее любимое место для пряток. Сюрприз! Ку-ку! Да уж, быть няней совсем непросто. Мама, давай заведем еще одного малыша. Еще одного? Два. Какие малыши? Мне бежать срочно нужно. А ты пока присмотри за Марьей. Ну хорошо. Okay. Давай почитаем. Yes. Идет лис вперед, а кот следует. И завел лис кота в чащу.
А я ее потеряла. А что если... Мари, я спасу тебя! Мария, ты здесь? Эй! Маре бы это понравилось. Точно, Марья! Марья, Марья, ты тут? Здесь ее нет. Жизнь океана. Марго, ты тоже хочешь танцевать? Да! Мы уже заждались. Марго, уже время делать уроки. I don't want to do homework. Yes. Мама, кажется, я заболела. Ай-ай-ай. Oh, Марго, you're feeling ill. Точно! Померяем температуру. It's okay. Oops. Тогда уроки. Я вспомнила! Завтра в школу идти не надо! Странно. Hello, teacher. Does Margot have no lessons tomorrow? Thank you. Do your homework. Morning, time to go to school. Притворюсь малышкой. Агу, агу. Марго, не балуйся. Бери рюкзак. Агу. О, нет,
она снова стала малышкой. Ага. Хорошо, малышка. Теперь Марья твоя старшая сестричка. Ну что, Нанечка? Окей, бэби Марго, listen to Марья. Что? Слушаться Марью? Кушай кашу. It's good to be baby. Мучеловочку. Может лучше конфетку? Конфетки. Не.